Экстремальная жара этого года лишила Волгоградскую область значительной части урожая. Хватит ли региону хлеба? Есть ли возможность обезопасить сельское хозяйство? И будет ли успешная осенняя посевная кампания? Об этом мы поговорили с министром сельского хозяйства Волгоградской области Александром Тарасовым. Александр Николаевич, и снова Волгоградской области этим летом досталось от засухи. Но какой урожай все-таки удалось собрать и какой его части мы лишились? Да, действительно, нынешний год очень-очень сложный выдался для сельхозтоваропроизводителей. Тем более на фоне вот ожидаемого урожая, конечно же, вот очень-очень печально. Я имею в виду то, что озимые очень-очень хорошо перезимовали. Вот на площади 1 миллион 450 тысяч гектар. Практически списания не было, гибели не было. И потом вот 1 мая наступает почвенная засуха. И как бы фактически весны не было. Сразу вот из зимы сразу в лето. И вот в итоге мы с вами видим, что на площади 600 тысяч гектар у нас произошла гибель сельскохозяйственных культур. Но мы оцениваем недобор более 1 миллиона тонн зерна. Вот на сегодняшний день близимся мы к цифре 2,4 миллиона тонн. Вот реально где-то около 3,5 миллиона тонн должны были собрать. Качество зерна все-таки при этом какое? И хватит ли области хлеба? Качество вот у нас составило 80, более 85%. Это продовольственное зерно. То есть традиционно в прошлом году примерно такой же объем был продовольственного зерна. То есть вопрос продовольственной безопасности не стоит. Конечно, мы вот оцениваем, что вместе с фуражом и на продовольственные цели в Волгоградской области необходимо около 1,5 миллиона тонн. Поэтому у нас около 1 миллиона тонн все равно будет к свободной реализации зерна. Сегодня продаем зерно. Радуют, конечно, цены сельхозтоваропроизводителей. Вот сегодня продовольственный третий класс в пределах 9,5 тысяч рублей за тонну доходит максимально. Пожалуй, единственный способ защитить от последствий засухи сельское хозяйство – это восстановить мелиоративную систему. Насколько реально, что эти большие суммы, 1,5 миллиарда рублей, будут привлечены в регион? Конечно же, такие площади, а мы планируем около 9 тысяч гектар вести орошение на будущий год. Конечно же, без господдержки такие площади будет очень-очень сложно вести. Поэтому, если мы сможем и определенную часть средств вложить в областном бюджете, на эти деньги привлечь средства федерального бюджета и плюс средства вот внебюджетные сельхозтоваропроизводители, то, конечно, вот как бы все вместе мы можем эти площади вести. Поэтому все как бы зависит от нас. Сельхозтоваропроизводители готовы. Они вот на сегодняшний день заявили желание построить 8,9 тысяч гектар в 2013 году, но как бы вот спрашивают, в каком объеме будет поддержка из бюджета, и федерального, и из областного. И давайте теперь о том, как идет осенняя посевная кампания. Благоприятствует ли этому погода? Мы планируем область порядка 1,6 миллиона гектар. На сегодняшний день посеяли только 1,3 миллиона гектар. Это тоже сопряжено в первую очередь именно вот с недостатком влаги. Даже вот мы говорим благополучные северные районы, и то недостаток влаги по отдельным хозяйствам ощущается. Поэтому площади плановые, ну, наверное, не выйдем. Но будем стремиться, чтобы максимальные объемы посеять от озимых культур. Можно ли сказать, что волгоградские аграрии охотно переходят на элитные сорта зерна, и как региональные власти их в этом поддерживают? Для сравнения я вам скажу, что в прошлом году мы посеяли элитными оригинальными семенами 6% площадей, то в этом году уже 8%. То есть как бы поддержка есть. Мы планируем, что на эти цели вместе со средствами федерального бюджета потратим 155 миллионов рублей на эти цели, вот на субсидирование расходов приобретения элитных семян. Конечно же, хотелось бы, чтобы и на будущий год продолжить эту поддержку и хотя бы выйти на уровень 10% площадей под элитными семенами. С тем, чтобы мы сеяли вот именно качественными семенами, которые и продуктивнее, и которые могут противостоять вот тем изменениям погодно-климатическим. Александр Николаевич, спасибо большое за беседу.